Привет! Вы на канале Инстаблог о звездах. Лера Кудрявцева отвела дочь Машу в детский сад, как только исполнилось 3 года. Машуня почувствовала себя взрослой и с радостью ходит в гимназию имени Примакова, будто уже учится. Доченька Телетива с удовольствием декламирует стихи на тему возраста. Я смелее, чем мышонок, и храбрее котика. Я уже не мышонок, мне уже 3 годика. Делитесь видео, ставьте лайки Машуне, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал.